Где газ, там и безопасность, ведь специалисты Алтайской газораспределительной организации обязаны раз в году проводить техническое обслуживание оборудования. К абоненту приходит специалист специализированной организации. То есть он должен быть в фирменной спецодежде с логотипом компании. Перед тем, как он заходит к абоненту, обязательно предъявляет удостоверение. Слесарь полностью проверит все оборудование, работоспособность котла, вентиляции, плиты и герметичность соединений. Если вы несколько раз подряд отказываете в проведении техобслуживания, газ могут даже перестать подавать. Ведь, к примеру, готовить на плите, которую долго не проверяли, дело небезопасное. Это делается во избежание возникновения аварийных ситуаций. Потому что если этого не делать, при эксплуатации газового оборудования могут возникнуть утечки. Естественно, они поведут к плачевным последствиям. Поэтому проведение технического обслуживания – это обязательная процедура, согласно 410-го постановления правительства. Убедитесь в безопасности оборудования летом. Перед началом отопительного сезона обязательно необходимо проверить оголовки дымоходов и вентиляционные каналы. Кстати, специалисты напоминают, самостоятельно проводить техобслуживание запрещено.